Это Рената. Ей 15 лет. Сегодня Рената немного улыбалась, и ее мама радовалась, что у дочки хорошее настроение. Я даже ее засняла немножко на видео, потому что очень сложно дождаться ее улыбки. А когда она улыбается, это значит, что у нее все хорошо. До одного года Рената гуляла с мамой во дворе, училась ходить, как все здоровые дети. Но в какой-то момент в организме девочки начала развиваться смертельно опасная болезнь. Утром у нее началась рвота. В какой-то момент произошел спазм гортани. Мы вызвали скорую, Ренату забрали в реанимацию и сказали, в понедельник заберете ребенка. В субботу пришли мы навестить Ренату, и реаниматолог сказал, что она впала в кому. Врачи сказали, что мозг Ренаты разрушается. В результате подвижная и веселая девочка потеряла все навыки. Рената сейчас не говорит, не ходит, не может держать голову и самостоятельно питаться. То есть вот это как раз комы, 12 дней. Доктор вышел и сказал, знаете, вам лучше оставить ребенка. Вы такая еще молодая, 21 год, вы родите еще. А ваш ребенок абсолютный овощ. Девочка много времени провела в больницах и стала бояться врачей. А в 2021 году Рената заболела пневмонией. Это были бесконечные катетеры, анализы. Все руки и ноги у нее в синяках, уже колоть было некуда. Усталость наросла настолько, что каждый час уже был проведен в больнице. Адам казался. Мама очень хотела забрать Ренату домой, но для этого нужно было приобрести много дорогого медицинского оборудования. Тогда она обратилась за помощью в детский хоспис «Дом с маяком». «Дом с маяком» предоставил Ренате мобильный аспиратор. Теперь летом мама с дочкой может гулять в парках, ходить на выставки и даже ездить в путешествия. И мне, конечно, очень хотелось бы, чтобы в жизни каждой мамы с особенным ребенком пришел «Дом с маяком», потому что с ними проще, и ты быстрее примешь свою ситуацию от того, что у тебя такой ребенок, он особенный, он другой, ты подстроишься под него, обустроишь всю свою жизнь, будешь жить вот уже счастливо, просто радоваться тому, что сегодня все проснулись, все дышат, Рената дарит нам улыбку. Хотите помочь Ренате Гатиной? Отправьте в фонд «Дом с маяком» смс на номер 1220 с суммой пожертвования, например, «Маяк 500». И не забудьте ответить на смс-подтверждение, иначе ваша помощь не дойдет.